Сегодня в офисе Западно-Казахстанской электрораспределительной компании состоялось праздничное собрание, посвященное 8 марта. Руководство коммунального предприятия наградило наиболее отличившихся представительниц прекрасного пола грамотами и подарками. На торжественном собрании вспомнили 1965 год, когда в области полным ходом шла электрификация. Тогда на предприятии работало всего 8 человек. Сейчас компания, которая обеспечивает электричеством всю область, одна из самых многочисленных в регионе. На сегодня численность работников АО «Западно-Казахстанский РЭК» составляет 1603 человека. Из них 304 женщин. Хочется признать вклад наших коллег-женщин, ветеранов АО «Западно-Казахстанского РЭК», много лет проработавших в нашей компании и достигшие почетного звания ветерана энергетики Казахстанской электроэнергетической ассоциации. Каждая из присутствующих женщин не ушла без подарков и теплых слов пожеланий. Но грамоты получили самые преданные своему делу, проработавшие не один десяток лет и отдавших энергетике лучшие годы жизни. Поздравляю с Международным женским днем. Желаю им огромного женского счастья, так как энергетики – это мы людям дарим свет. Поэтому наша профессия очень важная. Поэтому нашим женщинам огромного здоровья, счастья, вот, чтобы они были счастливы и так дарили свет всем. В завершении энергетики подарили своим сотрудницам концерт. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.